Что делать, если генератор периодически не выдает зарядку? Во-первых, необходимо достать щетки и проверить, в нормальном ли они состоянии. И если нет, заменить их. Регулятор напряжения обычно здесь ни при чем, если зарядка выдается периодически. Нам необходимо добраться до диодного моста. Для этого открутим 4 винта, 4 гайки. И снимем эту крышку. Но постарайтесь не порвать провода, которые находятся здесь. В моем случае провода слишком короткие для того, чтобы снять эту крышку от статора. Поэтому нужно снять статор вместе с нижней крышкой. Для этого отверточкой просто вот здесь вот статор опускаем вниз и снимаем вместе с нижней крышкой. Таким образом мы ничего не порвем. Ротор у нас останется в верхней крышке. В принципе, можно было и не снимать шкив. Теперь просто откручиваем 3 проводка от диодного моста и третий. И можно достать статор. Потом вытащить диодный мост и прозвоним его. Выясним, исправен ли он. Ну и конечно, дорогие подписчики, без двух кружек кофе обойдешься. Ставим мультиметр в режим прозвонки. Берем диодный мост. И прозваниваем все диоды с двух сторон. Диод должен прозваниваться лишь с одной стороны. И иметь сопротивление около 600. Если он прозванивается с двух сторон, значит диод пробит. Так прозваниваем все диоды. Этот хороший. А также диоды, которые находятся на пластинах. Также прозваниваем с двух сторон. Если прозванивается с двух, значит он тоже пробит. О чем и речь. Такой диодный мост использовать нельзя. Выпрессовать и запрессовать новые диоды тоже сейчас не является возможным. Поэтому просто меняем на новый. Заодно прозвоним, пока сняли ротор и статор. Выставляем на мультиметре 200 Ом. И прозваниваем кольца. Должно быть примерно 3,6, 3,8. Ну, в общем, между 2,5 и 5. 3,3. Все правильно, все в порядке. Теперь ставим в режим прозвонки и прозваниваем на наличие замыкание на корпус. Если его нет, значит все в порядке. Также проворачиваем и со статором. Три провода должны прозваниваться между собой. А также зачищаем на корпусе и смотрим, чтобы не было замыкание на корпус. Каждый проводок. Также выставляем 200 Ом. И последний тест. Должно быть 1,0 или 1,1. Если это так, то значит точно все в порядке. Теперь уж точно собираем. Очередной мелкий нюанс при сборе генератора. Нужно зачистить вот здесь вот корпус. А также вот здесь. На уголку, а также на статоре корпус немножко подзачистить, для того, чтобы хорошо масса проходила через весь генератор. Это тоже важно на самом деле. И также надо не забыть, чтобы здесь были диэлектрические проставки, чтобы болты или винты не касались корпуса генератора, иначе ваш новый диодный мост сгорит. В данном случае в качестве проставки служит пластик. Если его нет, то нужны диэлектрические проставки какие-либо, любые.
Ну и теперь можно собирать. В принципе, все нюансы учтены. Все проверили.